Школьники Химок заканчивают учебный год. В клубе юных техников «Интеграл» подвели итоги и наградили самых лучших учеников. Выбирали из победителей различных этапов соревнований. Среди них Даниил Попов. Участник 20-й химкинской школы занимается в «Интеграле» уже 2 года. Начал с автомоделирования, теперь изучает судостроение. Делает катамараны и яхты из бумаги и управляемые катера из фанеры. Раньше в детстве я очень сильно любил что-то разбирать, делать. И мне не хватало... подсказок, чтобы вот, мы решили заняться, найти это такое мероприятие и вот нашли. Клуб юных техников «Интеграл» ведет свою историю с 60-х годов. Его ученики – участники и победители всероссийских и международных конкурсов. Сегодня руководство города и представители предприятий делятся своими воспоминаниями о клубе. Я когда был вот такого возраста, я тоже ходил в клуб «Интеграл», когда он находился еще на улице Кудрявцева. И первые уроки технического творчества получал там. Я думаю, что многие химчане помнят те годы светлые. Наградили около 30 школьников. Дети и подростки получили грамоты и приятные подарки. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.